Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Креативный дом. Вы собрались идти в гости и хотите что-то подарить. Вот у меня такие полотенчики, ну, можно подарить и так. Но я предлагаю вам сделать оригинальных зайчиков из таких полотенец. Как их сделать? Нам понадобятся полотенчики. Они у нас квадратной формы. Квадратные. И нам понадобятся еще какие-то глазки. Можно нарисовать самим на бумажечке. Или вот такие. Резиночки разные. И также тесемочки какие-то ненужные маленькие. Ну, у меня еще есть вот таких два цветочка или бантика. А также резиночку можно сделать вот из старого шарика, обрезав лопнувший шарик и оставив вот это основание. Она пригодится нам во многом, эта резиночка. Так что очень крепкая, хорошая. Или из самого шарика тоже можно прям нарезать. Еще режут из резиновых перчаток, только надо резать потолще, миллиметров 5 каждый пальчик. Такая резинка крепкая получается, очень хорошая. И мы ее оставим. И для наглядности я сделала двух зайчиков. Итак, давайте приступим. Возьмем наше полотенчико и сложим его вот таким образом. По косой угол на угол, чтобы получился треугольник. Теперь наш уголок загибаем в центр, но не доходя до края примерно 2 сантиметра. И снова заворачиваем. Вот так. И еще раз. Получается вот так. И теперь надо то, что у нас получилось, свернуть пополам. Вы уже видите, немножко получается форма нашего зайчика. И закрепить нужно резиночкой, чтобы у нас получилось туловище, ну, примерно вот здесь. Я беру резиночку и закрепляю. Так, туловище у нас готово. И теперь нужно сделать головку. Головку делаем чуть поменьше туловища и закрепляем резиночкой. Вот здесь уже вырисовывается наша мордяшка. Закрепляем резинкой. Делается очень просто. Хороший подарок будет. Ваши друзья будут рады, потому что этот подарок сделан вашими ручками и от всей души. Итак, вот зайчик наш готов. И теперь нужно наклеить ему глазки и носик. Я возьму мою картинку и возьму вот этот носик уже с усиками. Вот такой. И примерно приклею. Так. Ну а теперь посмотрим, какие не стоит наш зайчик. Сейчас я поставлю. Какие глазки можно приклеить? Давайте приклеим голубенькие, чтобы наш зайчик был красавец. Вот такие косые глазки у нашего зайчика. И получается красивая мордочка. Можно, в принципе, уже так оставить, но лучше, конечно, завязать еще бантик, вот как здесь на головке или как на белом зайчике я сделала. Я завяжу зеленый бантик. Я взяла зеленую тесемочку сантиметров 20, отрезаю и завязываю на шею нашему зайчишке. Делаю узелок.
примерно сбоку. Можно спереди, как вы хотите, как вам нравится. Вот такой зайчишка получается. И еще я хочу приклеить вот этот бантик здесь. Можно оставить, но я приклею. Для этого я возьму клей. Вот такой ухо-клей для рукоделия. Он немножко долго сохнет, поэтому нужно его совсем мало, чтобы долго не ждать, когда он высохнет. Прижимаем, подержим нашу бабочку или бантик, чтобы приклеилась. Расправим. Получился вот такой зайчишка. Такой красивый зайчишка. Вот видите, не клеится. Надо долго подержать. Этот клей долго сохнет. Вот такой зайчик у нас получился. И теперь возьмем опять розовое полотенчико и еще раз повторим, как делать зайчика. Итак, берем полотенчико, складываем угол на угол, где ушки расправляем уголки. Наш уголок загибаем, не доходя примерно сантиметра два. Загибаем еще раз, расправляем и еще раз. Получилось вот так. И теперь сгибаем пополам, расправляем, ровненькие ушки делаем, собираем на резиночку. Получается вот так. И теперь делаем мордочку, еще раз на резиночку собираем. Получился такой зайчишка. Кстати, вот такие мордочки, глазки вы найдете в канцелярских магазинах или в магазинах для детишек. Итак, берем ротик, приклеиваем и глазки. Возьмем, это будет кролик у нас, красные глазки. Пусть будет один кролик с красными глазками. И получается вот так. Смешная рожица. И завяжем бантик на головке. Я взяла двойную ленточку и завязала здесь на узелок. Лучше на мордочку ничего не клеить. Эти глазки и усики можно потом легко снять. А потому что это подарок, и полотенца должны сохраниться целыми и невредимыми, чтобы их можно было использовать потом. Ну, вы можете на ленточку что-то клеить, потому что ленточка снимается. Вот такие зайчишки у нас сегодня получились. И если вы хотите делать подарок, то, пожалуйста, можно из салфеток, которые используются на кухне, можно из полотенечек. Для детей очень яркий, красивый подарок, они будут очень рады. Вы можете сложить обратно вашу упаковочку. Вот так. А внутрь можно насыпать любимые конфеты и подарить такой подарочек. И взрослые, и дети будут рады. Если вам понравилось это видео, заходите на мой канал, ставьте лайк, и мы будем дальше что-то с вами делать. До свидания, до скорой встречи, пока!